Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Напоминаю, что завтра удивительный день, 22 июля, когда мы можем вместе сделать большую практику. Ролик есть на канале, можете посмотреть. Истребитель пролетел, и можно озвучивать дальше. Стив Ротор и группа «Помощь уже в пути». Приветствую вас, дорогие! Мир движется в новом темпе, и вы тут же меняете каждую его часть. Волшебство прямо перед вами, потому что вы имеете огромное значение. Я ЕМ, и я с большой гордостью присоединяюсь к вам сегодня, чтобы принести вам баланс. То, что вы видели в последнее время в своих новостях, это мужская энергия, всплывающая повсюду. Женская энергия не поднимается таким же образом, она не работает через силу. Вы начинаете видеть, что это происходит и это изменится. Вы действительно увидите это на переднем крае ваших энергий и вашего мира. Так что, дорогие, празднуйте это так, как оно происходит. Следующий раздел. Создание пузыря времени. Добро пожаловать домой. Прямо сейчас давайте создадим пузырь времени. Мы собираемся открыть исцеляющий круг. Но перед этим мы создадим временной пузырь, чтобы поместить внутрь этот исцеляющий круг. Почему? Потому что это дает людям возможность прийти позже и добавить свою энергию во временной пузырь. Тогда вся энергия объединяется в настоящий момент, который на самом деле является единственным. Сделайте вдох, все, и отпустите весь негатив, который у вас есть. Знайте, что ваш мир складывается очень волшебным образом. Но прежде чем мы откроем круг исцеления для всех, мы хотели бы поговорить о важном аспекте происходящего. Да, у вас на планете войны. Тем не менее, у вас есть особая проблема, связанная с пшеницей и другими продуктами, которые задерживаются. Видите ли, Украина кормит большую часть мира, как и Россия. Эти районы в настоящее время отрезаны от многих частей мира. Несмотря на то, что приходится много перетасовывать, пытаясь заполнить вакансии и недостающие припасы, многие люди останутся голодными. Как это обычно бывает, больше всего это почувствуют люди с более низким социально-экономическим уровнем. Это невероятно грустно, но примерно так все и происходит на планете Земля. Итак, с этим пониманием давайте представим возможные решения этой проблемы. И давайте не будем пытаться решить все проблемы в один прием. Дорогие, давайте просто поработаем над этим. Давайте освободим все это хранящееся зерно, которое сейчас заблокировано и не может быть вывезено из Украины из-за войны. Давайте сосредоточимся на этом вместе. Сделайте глубокий вдох. И когда вы отпустите его, увидите свет, увидите энергию, увидите освобождение от ограничений, которые сдерживают ее. Превосходно. А теперь сделайте глубокий вдох и отпустите. Хороший. Исцеляющий круг. Следующий раздел. Теперь давайте откроем исцеляющий круг. Есть еще одна проблема, о которой мы хотели бы упомянуть, поскольку она возникает снова и снова. Это связано с тем, что вы называете психическим заболеванием. Ну, по вашему собственному определению, каждый человек на планете Земля имеет ту или иную форму психического заболевания. На самом деле, дорогие, это лишь одно из многих несовершенств, которые приходится нести людям.
И все же иногда было бы очень полезно знать и осознавать различные формы психических заболеваний, которые имеют место. За исключением тех, кто имеет дело с психическими заболеваниями, большинство людей совершенно не подозревают об этом. Конечно, проблема в том, что когда люди достигают этого уровня, они начинают действовать и часто берут в руки пистолет или другое оружие, если оно доступно. Прежде всего, будьте бдительны и говорите, когда что-то видите. Означает ли это, что вы должны знать, что такое психическое заболевание? Это вам решать диагностировать? Нет, конечно, нет. Все, что мы просим вас сделать, это отметить все, что не в порядке, потому что оно действительно появляется. Да, тяжело смотреть, но мы просим всех вас, пожалуйста, откройте глаза. Увидьте те места, где даже ваше собственное психическое заболевание может повлиять на окружающих, что является типичным психическим заболеванием. Но это варьируется от шизофрении, депрессии и беспокойства до всевозможных болезней, до сих пор неизвестных. Реальность такова, что на планете Земля все больны. Проще говоря, у всех вас неизлечимое состояние, потому что вы находитесь в физическом теле. Но на самом деле, дорогие, вам ничего не угрожает. Выдохните все. Давайте пошлем любовь ко всем психическим заболеваниям, чтобы мы могли углубить наше понимание и открыть возможности массового исцеления на планете Земля. Итак, сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на этом свете прямо сейчас. Превосходно! Следующий раздел. Шаг в круг. Откройте глаза и на мгновение вернитесь в мир. С прошлого месяца вы носите с собой все эти шишки и синяки в своем торе от общения с планетой Земля и другими людьми. Красивые прямые линии, из которых состоит ваш тор, теперь имеют небольшие изгибы. Итак, сейчас мы попросим любого из вас, нуждающегося в исцелении, в вашем торе сделать вдох и войти в исцеляющий круг. Позвольте нам исцелить вас, открыть ваши сердца и получить весь свет, который вы можете. А для тех из вас, кто не вошел в круг, откройте свои сердца и излучайте в него свет. Наполните его всей энергией, которую вы держите, и позвольте им преобразовать эту энергию в исцеляющую форму. Сделайте вдох и отпустите. Красиво. Молодцы, дорогие. Если у вас кто-то, кто вам не безразличен, кого вы хотели бы включить в круг исцеления? Очевидно, что гораздо больше эффект будет иметь их разрешение или их осведомленность о том, что вы собираетесь поместить их в круг исцеления. Но даже если нет, он все равно поможет вам это сделать. Итак, сделайте вдох и поместите их в исцеляющий круг. Еще раз откройте свое сердце, откройте каждый аспект того, кто вы есть в данный момент, и излучайте свет и любовь в этот круг. Почувствуйте, как он подпрыгивает внутри круга, так, что каждый аспект всего во временном пузыре теперь наполнен светом и ярко светится, красивый. Молодцы, дорогие, молодцы. Я тот, кто работает с тобой за большим столом, в таверне света. Моя работа заключается в том, чтобы никто не стал слишком серьезным. Потому что, когда люди становятся слишком серьезными, вы начинаете слишком много думать, вместо того, чтобы чувствовать. Прямо сейчас почувствуйте все, что можете. Откройте свое сердце и примите во внимание каждый его аспект. На этом давайте покончим с временным пузырем.
забегая вперед, в любой момент любой может открыть его снова, чтобы добавить свою энергию к тому, что мы только что добавили. С величайшей честью просим вас относиться друг к другу с уважением. Поддерживайте друг друга при каждой возможности и хорошо играйте вместе, создавая эту прекрасную новую игру. Молодцы, дорогие! Я ЕМ, и я очень люблю тебя. Экспава.